Так вы сотрудник или подписчик? Я сотрудник. Ну и подписчик. Подписчик, конечно. Сегодня мне постанову вынесли без номерного знака. Могу вам видео скинуть, как меня возле Верховной Рады. Так вы лучше оплатите. Нельзя же без знака ездить. Давай. Так что там, Александр Гилович, нормально себя ведет? Конечно. Узнаем сейчас. Добрый день. К руководству. Доброго дня. Доброго дня. Ну, Александр Григорьевич, я тут. Зам его. Зам его и зам его, допустим. Что, никого нет? А? Тебе кто? Зам. Ну, давайте сюда. А что, Александр Григорьевич вдруг в отпуск ушел? Нет, Александр Григорьевич в отпуск ушел, а секретарь пришел, а Григорьевич еще выехал. Вы на выезде, ты с ним встречаешь. Кто есть из руководителей на месте? Руководителя нет. Зам есть какой-нибудь один или никого нет в здании, кроме вас, кто отвечает за то, что здесь происходит? Есть кто-то руководитель какой-то? Давайте я покличу. Ну давайте покличу. Ты что, у вас никого нет здесь вообще? Да по любому напрямку. Есть у вас зам какой-то первый вашего руководителя? Сколько у него штук? Сколько человек? Все разъехались по делам? Я сейчас просто в отпусти. Добре. В отпусти. А Николина поехала, начинаю быть зустріч. И Григорович с министерством, что хорошо. Никого нету? Вы сами себе предоставлены здесь, вообще сами находитесь? Нет руководителя? Может, мы когда не сыграли? А он кто он по должности? Давайте хотя бы начальник управления, может быть, хоть он мне объяснит, где. Да нет, что, я дождусь вашего руководителя, я от него послышал пояснение. Никого нету вообще, все в отпусках, все хорошо в сервисных центрах. Что, нормально? А кто рыб кормит? Все разъехались в отпуск, они же сдохнут. Вы кто? Как вас зовут? Фурманюк Денис. Вы владеете ситуацией, что происходит в сервисных центрах 6 регионов? Ну, по какому направлению? Регистрация, экзаменация? Да? Регистрации, по онлайн-очереди, по спецпродукции. Ну, касательно регистрации, экзаменации, спецпродукции, конечно. Не регистрации, экзаменации, по выдаче, и люди там регистрируют автомобили, онлайн-очередь. Ну, владеете ситуацией, что сейчас происходит? Конечно, сейчас возьмем отдел электронных услуг, которые администрируют. Владеете проблематикой вообще, что сейчас происходит вообще в регионах у людей? Ну, конечно, владею. Можете мне тогда надолжить ситуацию, в каких регионах? Да, мы тут постоянно, в каких регионах происходит, что, где есть спецпродукция, где нет, где есть сложности какие-то спецпродукции, какие меры принимать. Вообще, мне не вы нужны на самом деле. Вы тут единственный человек, который вообще, в принципе, вымаю якусь посаду. Все инши пішли на фронт. Знаете, где ваш непосредственный руководитель, где он находится? Ну, уже мне не выкладывают. Может, министерство, другие, вы же не в курсе. Понятно. Смотрите, а что касается... Смотрите, будет, наверное, легче, но все-таки придет ваш Александр Григорьевич. Так. Наверное, он все равно вас вызовет. Ну, подготовьте какую-то справку, что вообще в регионах происходит. Где есть спецпродукция, где нет, когда заработают онлайн-очереди, в каких областях есть проблемы с онлайн-очередями, какие меры принимаются, ну, то есть за каких пор люди будут вынуждены платить бегункам и прочим решалам на местах. Ну, у вас же есть эта информация, но не мне же вам ее приносить. Вы руководителя подготовьте, он сейчас придет и мне доложит, а вы ему поможете. Что касается бланковой продукции, и кто уточнить, по регистрации экзаменации, водительское удостоверение и свидетельство по регистрации или какой-то вопрос? Номерные знаки в том числе. Перерегистрация автомобилей. Спецпродукция вся. Ну, то есть, вот где ее не хватает, в каких регионах? Вы же наверняка знаете. Конечно. О, отлично. Вы ему справку, а он мне пояснение, когда это все закончится. Окей. Спасибо. Да. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, вы не боитесь оставлять свою установу ни на кого? Перепрошу. Ну, как ни на кого? У меня ну, а кто тут есть? Где он? Покажите. У меня заступник есть. А где он? А ну, пойдемте найдем его. Идемте сейчас, сходим? Сейчас спрошу. Не, а что ее спрашивать? Она единственная здесь вообще, кто хоть что-то может ответить. Никого нет у вас. Александр Ильич, есть у нас два заступника. Один у вас один в отпуске? Да. А второго нет? Да, есть женщина, которая приведала. Как ее зовут? СНБУ, Олена Валерьевна. А ну, идемте найдем ее. Ну, я на это потратил время просто, пока вас ждал. А ее нету. Понятно, есть Николина? Мадема. Отделана, куди вона приїхала, кому вона повідомила.
Она не... Ну, приехали до меня, напишет пояснение. Да. Смотри, у вас нет на одного зама, один в отпуске. Одного я приехал, у меня новый центр открывается. Вы не... Смотри, передо мной не надо отчитываться, там центр. У меня другая история, я приехал. Идемте. А мы пойдем. Я приехал, здесь нет никого вообще. Аля, Олюга, не гуси. Никто не в курсе. Кадровая кто служба, есть секретарь. Как это? Где, человек, где у вас какой-то руководитель, который может ответить на вопросы? Вообще, вот если что случается. Вас нет, вы в министерстве, никого нету. Нашли, я нашел какого-то одного управления, несчастного, который пришел, он еще не понимает вообще, что надо. Более того, я попросил для вас подготовить ему справку. Мне, сейчас готов, мне уже позвонили. Я знаю. Я хочу понимать вообще, почему ваши заступники уходят в отпуск вместо того, чтобы проехаться по регионам и посмотреть, что происходит. Вы знаете, что происходит в регионах сейчас? Какие бунты у вас в сервисных центрах? Ну, относительно протокола вот такое, я знаю. Классно. А я знаю не понаслышке, потому что я был недавно в одном из них. Нет, я же был в Днепре, вот, в Запорожье, когда вы меня набирали. И что? Что-то поменялось с тех пор? Ну, давайте зарегаемся сейчас вот через онлайн у вас в очередь. Много в Запорожье или в Днепр. Попробуем. Есть проблема сейчас же коронавирус, Олегович. Что? Смотрите, это... проблема есть у людей. У бегунков, которые продают очередь. Мы сейчас с вами проведем эксперимент. Я реагируюсь в очередь, которой нету. А потом я беру и покупаю место через бегунка и ставлю машину на учет. Ну давайте попробуем. Да я верю. Я верю, что бегунок класс может продать за себя так, если... свою очередь. Так а как так? Нафига мы делали сервисный центр этот? Зачем мы его делали новый? Для чего? Чтоб что? Чтоб то же самое возвращалось? Ну как? Ну, в чем? Я... В чем история? Этого... Какой коронавирус? Каким, для чего прикрываться коронавирусом, если проблема очевидна, которая существовала до этого, искусственно созданная? Какой коронавирус мешает мне в онлайн-очередь встать и пойти поставить машину на учет? В онлайн-очередь вы можете встать. Пойдемте. А ну, давайте сейчас зарегаемся. Ну, смотрите, у нас есть количество, выделенное количество. На две недели вперед. Вообще нигде встать нельзя, а в Запорожье вообще не работает онлайн-очередь. Вообще не работает. Ну, люди же записываются, потому что у них есть нужда. Они записываются наперед. Не понял я. Еще раз поясняю. Я сейчас попробую встать в очередь, которая не существует, и мне не удастся. Но при этом я сейчас по одному звонку покупаю себе очередь, место в очереди, и иду ставить машину на учет. Какие люди, ну, если очередь продается? Вы же не у наших сотрудников покупаете. Подождите, вы, кто это должен контролировать? Я как народный депутат должен контролировать, что у вас продают очереди? Так я же не могу их контролировать. Не, подождите, если вы не можете, до свидания. Прощайтесь, пишем заявление. Я лично сейчас бегу к МВД, к Авакову. Там кого надо поднимаю, прошу его срочно вас уволить, потому что вы не знаете, как с этим бороться. Не, ну с бегунками я бороться не могу. Конечно. Могу, как можно бороться с самим собой? Полиция. Какие правоохранители? У вас работают сотрудники сервисного центра, которые все в курсе этих схем. С кем бороться надо? С кем надо бороться, если конкретно я знаю, я прихожу в сервисный центр, мне люди говорят, вот этот курирует вот этот курирует вот этого. Что, вы об этом не знаете? Ну, надо делать из меня дурака, я в этой теме очень давно живу, а вы еще больше в ней. И вы говорите, что вы не знаете, как отработает система бегунков. Ну, я не понимаю, людям надо что? Ну, говорите вещи очевидные, то есть мы два дурака стоим, занимаем высокие кабинеты и не знаем, как работают бегунки на местах. Вы вместо того, чтобы подписывать заявление о вашему заму на отпуск, подписали бы ему заявление путешествия по Украине во все сервисные центры, чтобы он попробовал поставить машину на учет. И все, и доложил вам ситуацию, вместо того, чтобы куда-то уходить. Тут никого нет, у вас никто не работает. С кем бороться, если никого нет? Ну, это тоже у нас замом есть один зам, или здесь кадры. Да нету зама у вас, нету зама вашего, нету. Один в отпуске, одного нет на месте. Нет у вас замов, у вас нет никого. Это первый вопрос. По сервисным центрам мне от вас надо четкое понимание. Можете считать это моим официальным обращением. Где, в каких регионах сейчас есть проблемы, где нет спецпродукции, почему люди из Запорожья ездят, получают номера в Днепропетровск, а в Днепропетровске им не дают номера запорожские, потому что это не их регион, что им делать? Это целая большая область, которая осталась без номеров. Хочу знать, когда там решится вопрос, в каких областях есть еще проблемные моменты. И теперь самая интересная вишенка на тортике, я вам звонил по поводу технического осмотра. Ничего не изменилось. По вашему звонку людям дали, это не решение. Я не хочу ни за кого просить, чтобы по моему звонку, вы по звонку давали кому-то какие-то бланки. Это не годится, мне не надо. Мне надо, чтобы у всех были равные права на рынке. Чтобы у меня в области, в других, в Полтаве в частности, ко мне обращаются люди с Полтавы. У них такая же история. Весь гостранспорт, Укрпочта и прочее, все стоят под забором, потому что не могут пройти техосмотр. Когда появятся бланки. Почему они есть у АЕ, у других компаний, у постоянных по 700 и с запасом, а остальные выпрашивают у вас их по 30 штук? Почему?
по вопросу по номерным знакам бланковой продукции, она вся есть на явности. Подождите, я говорю вам про бланки технического осмотра. Первый вопрос был отсутствие номерных знаков. Так Запорожье, мы поехали в Запорожье. Давайте вот я честно. Поехали, наберем сейчас. А что набирать? Смотрю количество наличия. Смотрите, то, что у вас по статистике, меня не интересует. Меня интересует то, что есть по факту. То, что у них физически находится, это не говорит о том, что они выдают. Люди не получают номера, не могут. Это неправда. А ну давайте так, я оплачиваю самолет со своего депутатских полномочий. Мы с вами летим в Запорожье сегодня вечером и завтра ставим машину на учет. Это сейчас просто. Беру сотрудника, он подключен, открывает, смотрим, какие. Да каким ключом? Я вас за руку поведу ключом туда, вас там никто не знает. Мы с вами пойдем, я вам дам кепку и себе очки. И мы с вами пойдем и попробуем поставить продукция машину на учет. Тут вопрос, продукция как, есть, как, ее не выдают. Как, да, вот как они с смотрите, этим у вас играют. По отчету есть все. И продукция, и очередей нету, и онлайн очередь работает. По факту полное дерьмо, ничего не работает. Спецпродукции нет, так говорят. Онлайн учет не работает, я лично пытался зарегистрировать, не работает. Нельзя. На 2 недели вперед ничего нет. Купить можно. И все будет, и спецпродукция, и все. Мне от вас конкретно, какие меры приняли, когда это закончится, где проблемные области есть. И мы с вами с этим ответом, который вы дойдете, идем к министру. И пусть он поясняет, почему это происходит. И еще раз, по бланкам техосмотра. Продукция по протоколам АТК у нас заказывается через завод полиграфкомбинат. Вопрос в другом. Почему эта продукция, которая у вас есть и осталась в небольшом количестве, доходит до определенных СТО, а до определенных не доходит? Раздаем на места. На места? Почему конкретным людям вы даете, а конкретным не выдаете? Мы выдаем на РСЦ, они выдают по... РСЦ вы контролируете? Классно. Как вы его контролируете? Почему РСЦ выдает специфическим людям, а большей массе не выдает? Почему это надо, опять же, решать через бегунков и через деньги? Почему? Почему я вам звоню и говорю о том, что есть Укртелеком, Укрпочта у меня в моем 160 округе, который не может прийти техосмотр? Вы по звонку это делаете и выдаете. Почему это так работает? Почему люди не могут выполнить свои обязы, которые они получили по тендеру через Прозоры? И те через Прозора выиграли тендер на обслуживание. Они не могут из-за вас выполнить свои договоренности. Те не могут развести почту, эти не могут сделать им техосмотр. Почему? У меня на месте есть руководители, начальник. У вас на месте нет никого? Ну как, есть призначенные люди, которые где отвечают они? За направление. Давайте сюда. Не, ну как, в Запорожье или в Харькове. Харьков, или... Полтава, Запорожье, Днепропетровск. Что мне эти люди на местах, что они у вас есть, у вас это не работает. Я вам говорю, у машины стоят под забором. Под забором стоят, не могут выехать. Что от того, что у вас есть эти люди? Эти они люди у вас дают конкретным фирмам, дают... Они еще распределяют бланковую продукцию. Я вам еще раз говорю. Класс. Они раздают... Там я вам вопрос, почему ваши люди распределяют продукцию неравномерно, нечестно, не конкурентоспособно? Почему они одним СТО дают, а другим не дают? Почему они своим СТО выдают, а другим не выдают? Почему полиция потом останавливает Укрпочту и говорит, слушайте, у вас нет техосмотра, до свидания, штраф. Хотите, чтобы у вас был? Вот эта фирма, у нее есть бланки всегда. Почему я об этом узнаю? Вообще не понимаю, почему мне об этом известно, а вам нет? Я хочу на все эти вопросы, которые я задал, четкие и конкретные ответы со сроками, когда этот ужас прекратится. Когда вы конкретно, как руководитель, над этим поставите точку. Я жду вашего официального заявления на вашей официальной страничке в Фейсбуке, чтобы люди все видели, какие меры вы принимаете. Мой ответ можете направить мне и опубликовать, я не против. Опубликуйте всем людям, когда это закончится, чтобы они конкретно понимали, когда они могут нормально ставить машины на учет, снимать, получать спецпродукцию, проходить техосмотры и прочее. Когда ваши замы будут на работе? Есть, вот пришло только что зам. Здорово, спасибо, что я дождался и вас, и зама. Занимайтесь, я очень жду от вас ответа, а люди еще больше его ждут.